Мы еще стоим на одном из ущелий, в которое течет река Колорадо. Если вы посмотрите очень-очень высоко и глубоко, очень большой обрыв. И знаете, страшно, даже когда подходишь к этому краю. Примерно 600 метров, может быть, меньше, обрыв просто отвесный. В нашей жизни бывают такие чувства, когда подходишь к краю, к какому-то какой-то пропасти, ты переживаешь о ситуациях. Знаете, Господь дает нам безопасность. Вот как здесь поставили вокруг этой расщелины перила, у нас всегда есть безопасность в Боге. Бог поставил закон, свою Тору, чтобы мы не могли просто посмотреть, подойти, если ситуация происходит трудная, чтобы мы нам не прыгать куда-то, или чтобы мы не сорвались в пропасть греха, в пропасть беззакония. У нас есть Тора, у нас есть заповеди, у нас есть Писание, у нас есть Мессия, который охраняет нас, надеющийся на Господа, не постыдится. Он, даже если подойдет близко к каким-то вещам, он будет предупрежден. И это предупреждение для многих из нас. Иначе можно оказаться вот там,